я рад вас всех приветствовать на канале SKRD Offroad. Мы сегодня на гонках, наконец-то, после двухмесячного перерыва. Сегодня проходит шестой этап Кубка Краснодарского края. Проходит он в Павловской. Это получается этап вместо Тимашевских горок, потому что в Тимашевске в этом году запретили проводить гонки, поэтому павловские быстро откликнулись, подготовили трассу, за что им огромное спасибо. Большой кворум, сейчас быстро всех покажу, нужно проходить техкомиссию и будем уже готовиться потихоньку к гонку. Спасибо за ваши активные просмотры. Макс, тут надо было подъехать ему сюда. Что такое, Макс? Блоки, говорят, стоят. Ну, у этого, у дядь Коли тоже, говорит, блоки. Да пусть мы вешают. Снять-то, конечно, дольше. Ну да. Бояться нечего. Но ты тоже, наверное, только собрался, да? Что? Ну, я же разлетелся зад вообще и вперед. Ну, у дядь Коли тоже, говорит, блокировка подняли, крутится в одну сторону. Сюда заезжает, чик, одно только работает. Я жарю, поехал отшивать, пацан... Ну, я видел, да. Уезжает, звонит мне, приезжай, забирай, говорит, ну только на эвакуаторе, мост задний. Ну, видишь как. Хорошо, хорошо, что не в гонке, как говорится. Ну, вот видите, парни проходят техкомиссию, у некоторых подозревают, что блокировки, в стандарте блокировки нельзя, поэтому сейчас вывешивают, смотрят, крутят колеса. Так, из участников у нас все местные, мажор, стандарт, из Ростова парни приехали, за что им огромное спасибо. Макс на бывшей Диминой, Ставропольский край, Ейский район, это, по-моему, вот из Дядьковской купили. Опять же, могу ошибаться, сейчас Сашка продал просто машину. Так. В категории стандарт плюс разрешили экстрим резину, но с пенализацией. Здесь максимально допустимый размер. Серега, какой у тебя размер тут колес? 235-235. А по дюймам? 29 колес. Вот. Вот такой небольшой шип, но все равно она будет ехать лучше, чем, допустим, вот это вот. О, Рамис, подготовили новый автомобиль с Мишей. Точнее, Миша подготовил, да? Новый автомобиль. Рамис на своей. Это, по-моему, Яблоновка у нас. Краснодарский экипаж. Тут что-то лечат. Симба заматывает лебедку. Умка. Здравствуйте. Парни из Новороссийска. Дверик собрал. Здесь Азов приехал. Это из Успенской парни. Перевернули недавно в лесу машину, но решили участвовать. Сомнительная с таким лобовым, конечно. Вот, два УАЗа у них. Тоже автомобиль раньше не видели. По-моему, это из Павловской. Могу ошибаться, видел Серегу рядом с ним. Здесь вот Колин УАЗ. Мощный, тяжелый. Crazy Frog. Этих мы уже всех знаем, видели. Тоже Армавир. Шевика не видели в этом году. Павловский теперь лютый. Дядя Коля. Все, Павловская, Староминская, все здесь. Все здесь, все на техкоме. Они делают шоу, пригнали вот такую технику сюда для эвакуации, если вдруг кто-то прям конкретно засядет. Ну, прикольно. Друзья, хочу вас поблагодарить. Поприветствую всех новых подписчиков. Спасибо, что так активно смотрите видео. Последние видосы из леса прям залетели очень хорошо. Это радует. Спасибо за обратную связь. Все читаем, всем максимально отвечаем. Также можете подписаться. Подписаться на Телеграм, на ВКонтакте. Ну, в Телеграме более активно там общаются. В общем, заходите, подписывайтесь. Спасибо большое. А, пойдет! Это был общий старт, который вы никогда в жизни больше не увидите. Вазик, мы верим в тебя. Красавчик. Так, Слепыш первый. Ой-ой-ой. Опасный, что-то спереди, справа стучит. Три Нивы, первое место.
УАЗик 4. Все нормально. Чуть попроще проходят, но рубятся все равно в луже. Так. Пока все идут нормально. И Васик. Маэстро уже ударенный. Опять. И дверь подмята. Дядя Коля, как так? Это, видимо, поворот был. Так, ну 26. Так, УАЗик борется. УАЗик встал. Дядя Коля. Прошли. Жека, давай, что такое? Молодец. Повис. Копали колею, точнее это старая колея. Еще! Ох, мощный, мощный, мощный! Супер! Хорош! Это не Санин бывшая с дядьковской? А, она срезанная была, да? Резина, нет, все, левая траектория закрыта. Все, перестали проезжать. Даже Макс проезжает. А вот УАЗик сейчас может проехать, потому что колеса в стандарте больше. Бах! Есть контакт. Макс выйдет. Павловка. Хорошо пошел. Опасного нету. Так, Нива сдала назад, выезжает. Нет, резина. Хорош, молодец. Тянет машина, отлично. Стандартная раздатка, слышно. Маэстро, прыжок. Молодец. Супер. Уперлась Нива в Ниву. Так, надо перебежать быстренько. Хочу на ту сторону. А где капот? А где капот? Юрка без капота. Юра каждый раз на новой машине.
не знаешь, как его отличать от других. Ох, накопали уже. Так, здесь Невасик прилип полностью на днище. Штурман сидит, отдыхает. Рулем надо помогать. Прошел, молодец. Если бы чуть сбавил газ, то сел бы. Тут есть движение. Макса подбили в заднюю часть автомобиля и подбили конкретно. УАЗик идет стабильно второй за Максом. Остальных никого нету, надо идти по трассе искать. Хороший подъем после лужи, прям с кайфом. Так, Павловская. Сразу ходом, не готовясь. Без проблем. Здесь у вас, который мы не видели еще сегодня, ну, долго едет. Военные мосты, колеса 30-е, примерно гудричи. Карбюратор подтраивает. Это с Успенской, по-моему, машина. Притянули две машины. Пытается. Зацепился. Прям с середины подъема. Круто. Молодец. Подтраивать начала после лужи, но прошел. Потерял темп, Ейский район. Заедет, нет? Резина Ласса, как я понимаю. Прошел. Макс. Напомню, машина без блокировок, сделанный двигатель, ну, квадрат 84 на 84, отшито. И едет неплохо. У вас на колхозных мостах. Ох, как дядь Коля обошел. Пропустили этот момент. Без проблем. Да пусть, зря бросил. Не, нормально, повезло. Борется. Нет, надо чуть-чуть назад дать.
Мои диски, слушай. Всем здорово! Здорово! Какая ты план, Кость? Ну, Саша может. Поэтому не заезжает. Да, дядя Коля на метле. Вот и все. Так, стандарт откатал, стандарт плюс готовится. Все уже в нетерпении. Кстати, инфа прошла, что Симба, так как уже предварительно занял в туризме первое место в чемпионате, бороться ему не с кем, хочет себя попробовать в Ниве открытой, поэтому сегодня едет с нами, и это будет интересно. Ну, если живой останется, наверное, и в туризм поедет. Ну, у него по очкам он и так уже первый, его не догонят. А так, все. С кайфом стандарт, конечно, дядь Колю помяли, малеха. Ну чё, дядь Коль, на полку встанешь сегодня? Ну, Кость, ну чё я сюда приезжал? Всё. Первая? Да. А слепыш чё, встал он? Второй, да. Да? Ты его объехал? Ну ты сегодня на метле, ты прям как давал, я говорю. Вот. Так что ждём официальные результаты уже непредварительные. И, как всегда, маэстро досталась красной, да? В битве титанов это по ней все ехали. Ну ничего, машинка, видите, полностью стандарт, все, не, без всяких усилителей. Как вы знаете, стандарт плюс — это уже машины с блокировками, колеса чуть побольше, шнаркеля разрешили, генераторы вверху, в общем, здесь уже будет интереснее. Итак, первый мажор, это бывшая машина Сани, перекрасили в зеленый цвет. УАЗ из Услабинска второй. Джокер догоняет, прессует Краснодар. Есть контакт. Джокер не может. Поехали. Перелетай. Экстрим резине остался в луже заглохший. Это было... А, это Сережа Колесников, ёпта. Итак, краснодарская Нива первая пролетает. Ой-ой-ой, что-то с колесом. Да. Не вижу Рамиса. Не вижу Миши. Сальцик. А, вот. Все вылетают без проблем. Какой темп. Вот это темп. Машина на квадроциклетных колесах.
мачете кущевская жму, вот очень быстро. Очень быстро. Разулся, разулся. Очень мощно. Ах, бах, контакт. Видела, какой скорость они зацепили? Просто жесть. Под сотку. Вот это трофи спринт. Вот это прям спринт. Очень быстрый темп. Так, Джокер не заезжает по-прежнему. Так, машины с блокировками без проблем проезжают яму. Первое препятствие. Серега, а вот нет. Так, у вас. Будем его называть легкий. А, это Коля. Хо-хо. Коля, сколько у тебя машин, Коля? Так. Троит машина. Черная Нива. Сняла багажник наконец-то, лишний вес. Шевик борется с Рамисом. Рамис идет хорошо. У Шевика, по-моему, пониженная слишком раздатка. Все, переключился. Ну, не хватает чуть-чуть скорости. Рамис прям пошел. Потерял решетку. Лютый. Морда выключена. Либо порвал, либо выключена. Вот. Подрубил и поехал. И все равно обгоняет. Минус фара. Минус заднее стекло. Где-то догнали. И, по-моему, разутая задняя левая. Так, Краснодар, Рамис на горке, заезжает сразу ходом с первого раза. Джокер, Лютый, Охотник заехал. Все стоят внизу, УАЗ легкий, не заезжает, очень скользко. Так, кстати, зебры не видно, где зебра, машина зебра, так хорошо шел и где-то остался. Мажор едет. Сложно. Проблема что-то с зажиганием или со свечами. Не знаю, как похоже, как будто модуль намок или датчик коленвала. Вот такие симптомы. Грязная гонка, максимально грязная. Серега что-то слишком крутит, но не хватает вращения колеса. Темпа нету, темпа. Вот как Рамис уехал и Серега что-то медленно сегодня. Вот вам и все стоят. Джокер поменял колесо. Давайте.
красавчик. Не дают, не дают. Сейчас съезжай, сейчас съезжай. Вот и все. Ой, порвали как дверь. Вот это опасно. Блокировки не 100%, то работает, то не работает, но выскочил, молодец, четко. Ух ты, заедет, 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 заехал. Серега. Ой, как нехорошо тут зацепился. Опасно. Следующая категория. Из-за тебя здесь. Она вот именно спринтовская. Да. Разбутая. Очень хорошо крутит мотор, но не крутит резина. Блокировки спереди нет, сзади тоже. Еще и раздатка, по-моему, выключена. Потому что мост задний вообще не крутится. Вот так делать нельзя. Ну, здесь, ребят, сами видите, да? То есть машина едет, проблема с резиной. Четко, от Икея, красавчик. Держит машина, такие нагрузки держит. Была выключена раздатка. Вачик, вачик, вачик. Серега, охотник без проблем. Группа поддержки у Коли мощная, и Коля оправдывает их ожидания, все в порядке. А вот это уже интересно. Нужно отдать должное, характер у парня есть. А колеса нет. О, Джокер еще в бою, давно его не видно было. Как он шьет! Адыгея знает свою траекторию.
все, без проблем. Колесо крутит, сейчас будет еще раз. Сережа, ювелир. Да ты мой дорогой. Это было опасно. Серега закипел. Что творят? Что творят? Есть! То есть выехать реально. Джокера вообще просто в коробочку взяли. Закрыли. У Сереги морды нету. На тебе еще раз. Серега, одинаковые! Это Серега, а то не Серега! А, ну у Сереги такая же проблема. Жесть, ребят, что творится? Ну, здесь уже все, это последний путь называется. Сделали немного обтекаемую Ниву, чтобы аэродинамика лучше была. Надо было с завода так делать. Я могу ошибаться, но, по-моему, рулевая не должна быть такой кривой. Не. Опять колесо! Опять колесо! Да. Нет. И
Гореша полез с лопатой. Что-то повезло. Давай, Горёй! Надо было ему просто вылезти. Слышишь? Ты толстый, Игорь! Да. Надо было просто вылезти. Давай! Давай. Ох!
не помню, кто-то ходом зашел, вообще он как по крышу. А мы вам говорили! Все, кайф поломали! Да не, нормально. Подмочили его. Первые три прошли, ведем сильно. Хорошо. Колику, Саня. Thank you.
весело идет, весело, очень весело. Да. Да. Вот видите, по сухому будет красный план. Причем то ли пара щелкнула. Походу пара щелкнула. Ну хреново, они первый круг, по-моему, идут, да? Они, по-моему, первый круг. Да. Ну им три надо сделать для зачета. Он не заскочит. На начале он встал жестко. Yeah.
походу жопа не работает. Тоже без морды. Давай, давай, давай.
Thank you.
сейчас просто хотя бы круги. Заднее лево надо посмотреть. А Костик его сейчас просто выйдет. Ехать, все равно первая уже. Ну что, ребят, вы уже знаете, видели список, а я еще нет, а я и дура. Или третье, или второе. Сейчас буду смотреть. Вы списки только что увидели, а я еще не знаю, какой я. Вот иду смотреть. Гонка, кайф, сложно, мокро, было интересно. Ребят, вот такая вот кайфовая трасса. Мне она очень нравится. Здесь нету каких-то таких подводных камней. Все предельно ясно. Должен ехать пилот, тачка и немножко работать штурман. Очень скоростная, есть два такие прострела хорошие. Поэтому лупят тут на все бабки. Пошел туризм! Умка! Был сход с ними открытой! По техническим проблемам. Симба перевернулся, починили, все подготовили. И поехали оба в туризм. Умка первый, Харлама второй. Зубастик третий тоже поехал из него открыто, я даже не заметил его. Зубастик опасно закладывает, тут можно неплохо разбуться. Прилип конкретно.
Лебедка работает уже хорошо, но это вряд ли ему поможет. Скорее всего. Вот это? Да, вот это своя колея. Хорошо. По-моему, да. Кажется, еще и ступеньки. Сцепление тоже. Хорошая траектория. Мощный зубастик пошел по злой траектории. Мы там два раза сами, три, не выехали. За трою. Симба стоит. Так, больше никого нету. Да. Че, масса пропала? Аккумулятор в аварию ушел. А. На второй переключился. Так, движение есть, но лебедочные движения. Здесь тоже не рискуют, машину не рвут. Опасно. Он спит, он, ему нахер ничего не надо. Ему бы пиво, да? Поддержка Димона. С такой поддержкой можно на руках эту Ниву оттуда вынести. Походу с бензом проблема. Порвали трос. А, шакал. У тебя бенз отливает. Талантов. А где они уши сделали? Здесь? А здесь вот так два раза привели. Не успел даже. Так бы скинулось. Плохо. Ошалеть!
зачем так сцепление? Все, заглох. Будет тянуться на лебедке. Семен сегодня на новой резине заказал себе 33-е CST, которая CL 98. Якорь целины работает в этом грунте отлично. У Семена были проблемы технические в Ниве открытой, разули сразу два колеса в одной яме, и потом ДМРВ сдох. Поэтому парни все починили, сделали и решили дальше ворваться, потому что не накатались. Молодцы. Очень размесили подъем. Мы полгода назад на первом этапе здесь заезжали всегда ходом. Всегда ходом. По-моему, сейчас собьет вешку. Надо было более право лебедить. Сильно вправо надо было, вот. Пока машина на лебедке, она не перевернется. Оп, не держит якорь. И есть контакт, но он аккуратненький. Тоже с бензином вопросики, не заводится. И перекрыл траекторию зубастиком. Ох, молодец. Это очень интересно. Нет, все отлично. Терпи. Все четко. Давай! Хорош! Чё по времени? Если по времени, смотрите, вы первый идете, у вас... Да, никто не едет. Так что давайте на финиш, вы первые. Давай! Красавцы! На волевых сегодня! Так, у нас сегодня кворум из 5 машин. Титан. Коля навязывает ему борьбу. Ничего себе, это опасно. Неправильную траекторию берет Коля, правильную и легкую берет Нальбий. За ними Василий, Нверик и Хищник автомобиль. Вася выходит на трех колесах, красавчик.
Так, Нверик за УАЗиком встал. Там одна траектория сложная. И хищник выезжает. Ну, я думаю, сейчас на этой трассе у Нальбе будет одна лебедка. Сейчас покажу, где на выходе. Так, Василий на втором. И хищник приближается, но Верик засел в луже, не едет. А может и дымить перестать, сейчас смотрит. Думаю, в этом месте сейчас будет лебедка. Опасно. Ох, Вася! О, почти лег! Хищник стоит! Альбек тоже лебедится. Ну, как и планировал. Я просто, это очень опасный склон. Там и подъем, и боковой крен. Поэтому легко перевернуться. Есть контакт. Очень сильно сносит. Видите, влево. И Вася едет, и причем нормально едет, но Нальби сейчас ему мешает. Он же титан. Сорвался якорь. Вася заглох. Это Нива, кто не понял. Порезанная, обрезанная, уменьшенная. Отлично, отлично. Это сделано из УАЗа. Даже клиренса у него не хватает. Даже у него не хватает просвета. Вася завелся. Хищник лебедится. Прикольно, когда вот голые колеса, так называемые. Но один минус, что машина вся закидывается грязью.
А так прикольно. У Васи колеса, кто знает, 33 на 9,5 на 16 диске. Это маломерки Сильвера. Он их порезал и на них ездит. Говорит, вес кайф. А машина не рвется, все держит. Потому что они легкие, маленькие. Вырывает и якорь. Собственно, много у кого были эти проблемы сегодня. Для того, чтобы не вырывало, это получается угол просто другой. Нужно выматывать больше лебедки дальше. Проблемка. И к нам подъезжает на очередной круг Титан. Через окно в двери. Парни, он сейчас сюда может поехать, отходите. Почти, почти. Сразу, сразу выматывай. Альбек, Альбек. Опять вода, видимо, опять преды у него. Тогда тоже было такое же. Альбек, МУБА, а зачем нормально? Компрессор не работает. А? Воду нет? Не-не. Сейчас посмотрим. Ну, кузов закинул, уже неплохо. Альби получается первый, кто проезжает два круга. Да ладно! Положим. Все нормально. Прям на крышу. Все супер. Да все нормально, воды нету. Отходите, он может выскочить в вас. Не, не хватает чуть-чуть. Все, все, не хватает. Да не, уже лучше. Ну вот и все, зацепа хватает. Оставшиеся две машины категории спорт, которых мы еще не видели. Верик, братишка. Че, Ниссан не едет в воде, да? Боится воды, походу.
Компьютер намок весь. А я тебе говорил. А воды-то, а ты пакетом не обвязал? Ну ты ж видел сколько... Ну ты ж видел сколько воды. Короче, новый мотор, расскажу про Нверика. Он поставил, получается, V6 от Nissan, 3 литра. Коробка у него Pajero, по-моему, он говорил. И это первый выезд на этом конфиге. Не успели доделать полностью косу. Получается, у него компьютер лежит сейчас в бардачке. А вы видели, сколько воды, и получается, что мозги намочили. О, не, смотри, пытается. Подтраивает. Чуть больше 200 лошадиных сил теперь. Военные мосты. 35-е колеса. Очень глубоко. Ой, как нехорошо. Четко. Так, на льви немножко пододвинул хищника. Не надо ему. У Нальбе по-прежнему не работает компрессор. Видно, что блокировок нет. Временем, пока все стоят, плывет Василий. И плывет на уверенном. Если б не было хищника, Нальби бы сейчас лег. Потому что колесо висит. Он на него аккуратненько и нежно облокотился. Вот это нормально. Вася дикий. Просто Вася дикий. И Вася догоняет на Альбия, получается. И сейчас Вася тоже может лечь. Не, очень опасно. Эх. Ляжет. Если сейчас продолжит, ляжет. Короче, так. Нверик потихонечку едет. Саша лебедится. Аккуратненько. И все, получается, собрались в одном месте. Смотрите, сколько травы. Все собирает машина на себя. Организаторы разрешили проехать Васе по новой траектории. Он не цепляет, по идее. Не мешает никому. И если сейчас Вася выезжает впервые, то он вырывается на первое место. Право это. Право. Это право. Вот когда водитель, он же штурман. Ну смотрите, идет. Идет. На, по-моему, на одном цилиндре или на двух. О, зацепилась. Она еще живая, ничего себе. Ничего себе. Верик, она почти живая. Нормально. Сколько думаешь цилиндров, два или три? За дерево. А вот. Но я
Я скажу, что Вася не сильно-то и отстает. Он нагнал очень хорошо. Красавчик, красавчик. Ну вы поняли, короче, его поставили. Короче, всей станицей ставили. Они устали, короче, подсказывать ключи, короче, топнули. Просто вообще, да. Короче, хищник на колесах, но дверик там на двух цилиндрах пытается выехать. В общем, ребята, я предлагаю на этой ноте отставить. А нет, едет Вася на четвертый круг и едет очень-очень хорошо. А вот появился и Титан. Ничего себе. Вот это да. Как быстро они круг сделали. Ребят, просвета не хватает. И тут, как говорится, ноздря в ноздрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хороший мотор собрал, хороший. В мае у него на битве титанов застучал мотор, он его собрал, это вторая гонка только. Это прям достойно, это прям битва. Ребят, заканчиваю этот видос, едем на награждение. Спасибо, что смотрели, гонка была лютая, столько переворотов, столько, в общем, люто. Спасибо. Подписывайтесь. Скоро новое видео будет. Скорее всего, из леса.